Мишмиш Фейз, селекции США. Вот такой вот у него синий цвет. Срок созревания очень ранний. Созрел он в середине августа в этом сезоне. Сигнальное плодоношение у нас. Молодой кустик, второй сезон. Получен у нас в нашу коллекцию вместе с кишмишами Hope и Joy. Значит, кишмиш Фейз. Значит, это все американские кишмиши, выведенные по новой программе получения морозостойких кишмишей. Сила роста большая, как мы видим. ПСНК, образовательная способность у него тоже большая. Значит, еще одна характерная особенность, он дает урожай на пасынках. Как видите, ну, это пасынки уже второго порядка. Значит, учитывая его очень ранний срок созревания, можно получать два урожая. Также на пасынках первого порядка еще дополнительно, которые были удалены здесь. Что мы видим сейчас по первому плодоношению? Ягоды у него порядка 3 грамм. Здесь могут быть крупнее, я так полагаю. Мы посмотрим уже в следующем сезоне на то, какие кондиции покажут эти ягоды. Значит, и грозди, соответственно. Сейчас сигнальные грозочки более небольшие. Срежу одну из ягод для проведения дегустации. Значит, ягода такого темно-синего цвета, практически черного даже. Значит, разрежем эту ягодку. Значит, сок окрашенный, как видите. Внутри камеры полностью заполнены мякотью. Видно два рудимента. Внутри мякоть плотная у него. Значит, нет уже видной такой вот массы внутри, как у некоторых сортов. Попробуем выдавить сок. Значит, видите, как сок выдавливается, но в средней степени. Значит, это кишмиш не технический, такой в чистом понимании, как для сока. Значит, он как универсальный кишмиш. Значит, он пригоден для потребления в свежем виде. Значит, продегустируем. Отличный вкус. Значит, такой вот высокогармоничный, с фруктовыми привкусами. Косточка мягкая, она полностью съедается, раскусывается легко. Значит, сейчас они такие уже косточки темного цвета, но с полыми камерами. Значит, легко перекусываются и съедаются. Значит, какие-то карамельные оттенки во вкусе. Мякоть плотная у него. Этот кишмиш пригоден для сушки, как технический кишмиш для переработки. Значит, как столовый кишмиш для потребления в свежем виде. Значит, и также, возможно, для приготовления соков и вин, но в меньшей степени, поскольку сочность его не сильно высокая. Значит, морозостойкость его повышенная, значит, даже высокая, можно сказать, порядка минус 28. Значит, лист у него, видите, какой нерассеченный. Значит, устойчивость к грибным болезням высокая. Плодоносность пасынков у него очень высокая, плодоносит на пасынках. И первого, и второго порядка, как вот здесь, вот, ну, соответственно, понятно, что это не будет оставлено. Сейчас будет отчеканено, удалено. Это обладает большой силой роста. Значит, на этот кишмиш с очень раннего срока созревания могут обратить виноградари из более северных регионов. Значит, кроме этого, он обладает еще высокой морозостойкостью. Итак, мы показали сегодня кишмиш Фейз, селекция США.